Здравствуйте, друзья! С вами снова канал «Вот оно! Прекрасное и удивительное!» Сегодня я приглашаю вас на прогулку в Ливадию. В пригороде Ялты, на восточном склоне горы Магаби, который спускается прямо к морю, среди роскошного ландшафтного парка расположен белоснежный Ливадийский дворец, красивейший на всем Крымском полуострове. Бывшая резиденция трех поколений российских императоров Александра II, Александра III и Николая II. Ливадийский музейный дворцово-парковый комплекс. Большой белоснежный дворец. Именно здесь проходила Ялтинская конференция Большой Тройки. Огромная, красивая парковая зона с прекрасным видом на Черное море. Памятник императору Александру III. Бюст государю-императору Николаю II. Вестибюль, где проходили предварительные совещания за круглым столом. Встреча Большой Тройки. Черчилль, Рузвельт и Иосиф Сталин. Белый парадный зал. Место, где принимались важнейшие решения.
украшение белого зала. Скульптура Пенелопы установлена в нише на восточной стороне помещения. Замечательное творение архитектора – внутренний итальянский дворик. В центре дворика был колодец, который позже заменили на фонтан. Разбитые вдоль дорожки клумбы обрамляются симметричными рядами колонн. Здесь, в тени колоннад, на мраморных прохладных скамейках любили отдыхать императрица с детьми. Рабочий кабинет Николая II. Настенный ковер. Дар персидского шаха семье императора Николая II в 1913 году в Ливадии в честь 300-летия династии Романовых. Посмотрите, какой прекрасный, захватывающий вид открывается из окна второго этажа дворца на Черное море.
Лифт в рабочем состоянии. Академик Высочайшего дворца, архитектор Краснов Николай Петрович. Императоры российские Александр II. Александр III. И Николай II. Крестовоздвиженская домовая церковь. Отсюда берет начало легендарная царская солнечная тропа, которая была создана для прогулок царской семьи, которые любили подышать свежим морским воздухом. И, конечно же, памятник Большой Тройке. Черчилль, Рузвельт и Сталин. Любимое место, где многие желают запечатлеть себя на память с лидерами тех времен. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч, друзья!